Здравствуйте. Сегодня хочу вам показать, как я из вот такой вот бутылки буду делать опять корпус для своего увлажнителя воздуха. Такой, не знаю, что это, сок, да, продается в любом магазине. Такая бутылочка. Хочу проэкспериментировать. Мне кажется, эта бутылка больше подойдет. И у меня уже как-то более отчетливое представление, как это все должно быть. Поэтому начинаем. Вот такая заготовка получилась. Я сняла этикетку и обрезала горлышко, чтобы поместить сюда сам увлажнитель. К сожалению, в крышечку он не помещается, пришлось вот сделать отверстие побольше. Я проделала отверстие куда-то побольше, куда будет идти кабель. И вот такие вот по бокам три отверстия. С одной стороны я не делала никаких отверстий, пар будет выходить по бокам. Я надеюсь, это будет очень красиво. Ну, нам осталось только все это подключить и посмотреть результат. И вот что у нас получилось. Я все подключила, вот так вот через дырочки выходит пар очень красиво. Ночью будет вообще шикарно, ничего нигде не брызгается. Ночью еще и будет светиться. Я думаю, что это очень... Вот так вот я закрыла в обратную сторону. Очень даже прикольно. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. У меня молодой канал. Поддержите, пожалуйста. Подпишитесь. Я буду очень рада каждому подписчику. Заранее благодарна. И может кому-то очень понравится моя идея, пригодится. Пользуйтесь. На здоровье. До свидания.